Рету, да? Ты меня обдолбил уже, Владимир Иванович. Так же нельзя. Наверное. Так нельзя ты делаешь. Себе возьми пачку. А? Все, у тебя там есть, пойди пачку дорогу купи. Я пока на почту пойду схожу. Насчет так же нельзя, насчет, да? Насчет посылки узнаю. Профессору там, дядь Володя, пришла какая-то посылка вроде. Надо пойти узнать. Так же нельзя. Ну да. А что, посылка пришла? Да пришла ему. Сейчас должен подойти. Пойдем с ним получать. Ты домой харчишки понес? Ну давай. А что, посылка пришла? Да пришла, дядь Володя, говорю. Ага. За Волокину. С Ростова. А ты куда? Что-то в другую сторону куда-то рванул. А? Чё? Ты куда? Зачем? Так же нельзя, Сань. Ты чё, говорю, в обратную сторону пошёл от дома? Дом-то в другой стороне. Так же нельзя. Дай прикурить. А я ж тебе зажигалку подарил. Нет. Я тебе зажигалку дал зеленую. Дай прикурить. А зажигалка зеленая в кармане. Иди сюда! Ну чё, какие планы? Дай прикурить. Планы какие, говорю? Так же нельзя. Ветер. Ветер, говорю с тебя. Быстрее, 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 давай, давай, давай. Тяни, 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 тяни. Ёлки, сейчас так газ весь выйдет. Что делать будешь, говорю? Хлеб есть и колбасу. Все, давай. Так же нельзя. Я пошел тогда. Что, посылка пришла? Да не тебе, говорю, дядь Володя. За Волокину. Сейчас он подойти должен. Ты неси пока колбасу домой. Давай, Иваныч, заходи тогда попозже, как отдохнешь. Кофе в акуле попьем. А? В акуле кофе попьем. Приходи тогда потом попозже. Как колбаски поешь с хлебом. Ты понял? Давай, пойду я. Вроде посылка пришла. Владимиру Витальевичу. Сейчас узнаем.